Всем привет, меня зовут Эльдар, и это обзор на микротермический обогреватель Polaris PMH1534. Обогреватель произведен под контролем швейцарской компании, и на него идет увеличенная гарантия 3 года. Здесь установлен нагревательный элемент нового поколения – микротермический. Он сочетает два типа обогрева – конвекционный и тепловолновой. Конвекционный нагревает сам воздух, в результате чего теплые слои воздуха становятся легче и поднимаются вверх. На их место поступают более холодные и тяжелые слои, которые тоже нагреваются. А тепловолновой нагревает предметы – стены, столы, диваны и так далее. Основной обогрев происходит за счет инфракрасных волн. Благодаря этому воздух не высушивается, а содержание кислорода в помещении не снижается. Вы можете установить желаемую интенсивность обогрева при помощи регулируемого термостата. Обогрев двусторонний. Функция антифрост не позволяет температуре в помещении опуститься ниже 7 градусов Цельсия. Очень удобно, если обогреватель стоит на даче или в гараже. К вопросу безопасности. Прибор автоматически отключается при опрокидывании и защищен от перегрева. Благодаря уникальной технологии корпус самого обогревателя нагревается до температуры не выше 60 градусов. Обогреватель безопасен, и поэтому его можно установить даже в детской комнате. Вот такой обогреватель эффективно, а главное быстро подогреет помещение площадью до 30 квадратных метров. Осталось только сделать правильный выбор.